Здорово, друзья, вы на канале Майкин Сан, меня зовут Саня, мы продолжаем 19-ю ферму, село Ягодное. Село Ягодное, таймер запустил. Часы, блядь, засрал тут деревню, когда ездил. Варил, блядь, и мне сварка накапала на часы. Тут небольшие такие капельки, ничего страшного. Так, сейчас не об этом. О чем сейчас? Кстати, сделал немножко усиление микрофона, надеюсь, меня будет лучше слышно. Голос мой громче будет. И что у нас изменилось с прошлой серии? С прошлой серии у нас изменилось то, что я закупил коров, уже там за ними поухаживал. Так, как нам? Так, на коровник сюда мы сейчас прыгнем. 54 головы у нас, по-моему, сейчас коровники. А как посмотреть? Так посмотреть. 54, да, там уже было. Так, надо их, кстати, покормить. Воды, чистоту зачистить. Приплод уже был. Небольшой. Я сначала купил вот этих лимузинские, которые. Вот эти вот лимузинские. Они дали приплод. Потом я купил вот эти, которые дают молоко. Но почему-то жидкий навоз и молоко они не дают. Как так, я не понимаю. Кто мне ответит на этот вопрос, пишите, пожалуйста, в комментарии. Как так? Уже, кстати, довольно-таки много времени прошло, а молока до сих пор нету и жидкого навоза. Может, я что-то не так делаю, вроде корм весь есть. Объясните мне, пожалуйста, так. Водичка. Водичка, водичка, водичка. Дальше у нас что там надо? Моносмесь. Солома. Частота. Да, кстати, чтобы далеко не кататься, я поставил вот здесь вот такую вот штуку. АЗС, мульти-АЗС. Так, сюда мы сейчас... Чё мы засыпаем? Травы мы сейчас загрузим сюда, и моносмесь. Поставил почему? Потому что... Пока своего производства никакого нету, приходится вот так вот выкарабкиваться, но... Так, корм для свиней, навоз, удобрение, солома, сено, трава, силос, моносмесь. Чё я еще говорю, надо... А, трава. Чтобы с магазина далеко не ездить, я решил здесь это все поставить. Так, ладно, поедем с той стороны. У нас уже середина лета, кстати, 29 градусов. Но это только утро, сейчас еще за день прогреется, конечно. Надо посмотреть, что там по полю. Возможно, уже можно будет наше поле собирать. Так, все, травы больше не надо. Трава максимум. Моносмесь. Солому надо еще. Сено, силос. Так, а сено у меня есть. А чё с тобой происходит? Странные какие-то дела. Моносмесь. Высыпем моносмесь. Что там осталось-то? Понятно, она заглючила. Так. Солома есть тут. Сейчас мы ее выгрузим. Конечно, этого не хватит. Может, хватит? Не хватит.
А в принципе нормально. Так, тебя мы сейчас пока выгоним отсюда. Почистим потом тебя. У тебя, блядь, у коров, тобой. А сейчас нам надо сено. Все засрали коровы, ёбаный свет. Так. Что-то FPS меня вообще перестал радовать, как-то он начал очень сильно проседать. Так, загрузиться, выбрать. Я все думал, что это тут за эти пятна, а это оказывается хранилище тут такое. Сено и соломы, значит, можно это... По поводу тюков не беспокоиться, что они будут пропадать, а просто их брать и вот так сюда выгружать. Даже тюки не делать, а просто фуражные прицепы загружать. И все, будет заебись. Так, сено выгружаем. Навоз уже 20 кубов набралось, а жидкого навоза нету и молока нету. Почему так? Я без понятия. От как? Так, ты пока у нас будешь здесь стоять. Потом сейчас спрыгнем на теплице, посмотрим, что у нас там на теплицах. Я там посмотрел, еще есть красная смородина. Она подороже, она почти 400 тысяч стоит за один куб. Где они есть-то? Во. Даже уже 400 тысяч. А это у нас маленькие теплицы. Придется сейчас... А что придется? Надо что-то думать, надо сначала... Посмотреть, что у нас с полем, если поле у нас уже... Созрело, надо брать комбайн. Брать комбайн и съехать собирать. Потом сейчас деньги все на теплице проебем, а комбайн не на что будет покупать. А, да, кстати, вот такой МТЗ у нас теперь работает здесь на коровнике. Продал я один прицеп, этот, как он называется-то, бля, ты дебил, гусь, ты дебил, ладно, читерским способом мы прибегнем вот к этому, что я говорил, кстати, заметил, у него не один небольшой вот такой вот глюк. Первый раз, когда свет включаешь, он горит. А откуда горит, непонятно. Фары вот эти не загораются. Второй раз нажимаешь, все, заебись, все фары загораются. Ну, это ничего страшного. Что я говорю? Там надо сейчас поехать что-нибудь продать, что есть на теплицах. Я еще одну теплицу с огурцами, по-моему. Или с малиной. Запустил. Блять. По-моему, с малиной. Так. Сначала мы... Тебя мы глушим. Так, ладно. Пока хватит им. Смотрим, что у нас по нашему полю. По полю у нас... Урожай созрел. Можем собирать. Значит, мы берем комбайн. Да, кстати, по поводу того, что какой рост созревания, я смотрел, и парень сказал, один парень там на ютубе, ваши вот эти вот ютубы всякие, в интернете, короче, посмотрел.
Стадия роста, стадия созревания не влияет на процент урожая, на количество. То есть можно собирать и на первой стадии созревания. Я прибегну к этому мнению этого человека и будем так делать. Чтобы долго не ждать. Мы берем. 5 миллионов. Возьмем вот такую вот. Ёптать. 400 тысяч. Не. Оборудование у нас. ИРС. ПКН. Соломопровод. Плюс плодопровод. Что бесит? Копнитель. Оставим вот это обычный ИРС. Можно, конечно, ПКН вот этот. Ну ладно, не будем въебываться. Поставим вот этот. Так, номер не надо. Прицепное устройство под ИРС. С щитками. Без щитков. Так, с щитками оставим. Система GPS. За сколько? За 1 миллион. Пусть на всякий случай будет. Так, стекла. Что у нас тонировка? Тонер нам не надо. Выбор колес. Стандартный пока ставим. Вместимость поставим самую большую, чтобы и труба выше была, и вместимость. Ну, ты понял меня. Отопитель поставим. Двигателя стандарта ставим. Покупаем. Ушел у нас 8 миллионов. Так. Жатки. Жатку мы возьмем, наверное. Семиметровую возьмем. Или может сразу 8-метровую? Не, 7-метровую возьму. Щитки, так, покупаем. И нам надо для этого вот эту штуку. Покупаем. Идем в магазин. Садимся в комбайн, заводим его. Пока у нас будет ехать, мы посмотрим, что у нас там на теплицах. Для перевозки зерна мы, наверное, отправим к комбайну Магируса. Забыл, как он называется, хотел сказать Мазури. Мазури, это ж карта. Блять, наушники ебучие мешают. Что ты делаешь? Отцепляй. Надеюсь, она не упадет. По идее, не должна. Надеюсь, я ее нормально подлета. Нормально, просто вообще охуенно. Так, мы включаем проблесковый маяк, чтоб все видели. Что у нас нахуй сейчас упадет, блять. Вот какого хуя она съехала? Почему ее никак нельзя закрепить там типа ремнями? Надеюсь, ты по пути... Ладно, давайте сами доедем. А то он по пути ее где-нибудь просрет. А нам потом искать. Так, поедем аккуратненько. Следим, чтобы она нас не слетела.
Так можно даже аварийку включить. Не можно, а нужно. Едем с крейсерской скоростью 20 км в час. На новом комбайне. У нас и началась уборочная. Так, фу. Я думал, опять жатка улетела. Весело, пиздец. Так, ладно, я думал, он никуда ее не проебет. Мы его отправим на седьмое поле. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, того у нас осталось 6 миллионов. Мы сюда идем. Сюда я тоже поставил мульти-АЗС, чтобы также далеко не ездить в магазины, чтобы тут все рядом было. И вот там вот я еще поставил башню с водой, чтобы тоже это все было дело быстрее. Нам надо... Так, у нас тут заполнено, да? Ой. Так, заполнено. Малина. Вот можно тоже и малину продать. Тоже заполнено. Так, значит, мы ищем КРАЗ. Садимся в КРАЗ. Да, кстати, поставил я вот для этого прицепа автопогрузку. Помучился я немножко вчера с этой автопогрузкой. Сначала скачал какую-то, просто в Яндексе вбил, там этот название этой автопогрузки. Скачал. В игру захожу, все включил. Покупаю прицеп с автопогрузкой, а он у меня просто не покупается. То есть... Вот ты его выбираешь, вот здесь вот выбираешь ЕАЛ автопогрузка, нажимаешь купить, и он просто бесконечно идет, эта загрузка, то, что происходит покупка. И все, и больше ничего не происходит. Решил я схитрить, я же, блядь, умный дохуя. Попробовал по-другому, купил прицеп без автопогрузки, и просто его потом протюнинговал, ну... Настроил авто эту погрузку. Вроде все сработало. Прицепляю КРАЗ к этому, к траву. А у меня КРАЗ просто улетает к хуям куда-то в середину карты, блять, а потом вообще под карту провалился. Короче, все залагало. Я удалил и скачал с эмоций. Именно вот нашел вот этот пак КРАЗовский. И все работает, все отлично. Так, 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 так. Здесь поддонов. Вот и все, влезает тут с автопогрузкой 20 палет. Как-то вот так вот влезает это дело. Можно было сделать и побольше. Я ж грузил. По 3 ряда, вообще отлично было, да? Так, что у нас по ценам? По ценам у нас... Магазин, город, перевоз номер 2. Перевоз, магнит. Вот сюда. Остановись! Надо будет там еще по пути заправить как раз. А то у нас... Солярка уже на нем заканчивается. Так, какая теплица? Мне надо вот сюда. Давай вот так вот сделаю. Спасибо. Все, езжай. Сами мы садимся в мазурик. Едем на поле. Я надеюсь, по высоте подойдет он. К Дону. Гондону. Если что, это кола. Правда, какая-то она невкусная. Ты хули делаешь, мудок? Мудок, блядь, что это за слово такое?
Мудок, блядь. Мудак, куда ты едешь-то, блядь? Ебанашка. Сюда можно не только палеты грузить. Вообще он типа изначально предназначен для тюков, для погрузки тюков. Но сделали для производства вот эти вот, добавили палеты. Это надо было изначально туда ехать, блядь, косяк ёбаный. И заведите, блядь. Завел, поехали. Так, дальше что у нас? Пока там... А курсплей у меня тут не стоит, чтобы комбайн на поле сам работал. Придется наймита... Наймита. Ставить. Посмотрим, как он будет там на этом поле работать. Нормально или нет. Пока там бункер у комбайна будет заполняться. Так, а нам куда? Куда я вообще еду-то? А, ну, в принципе, можно и здесь поехать. Что у Магируса задняя передача вообще еле живая. А ты тоже сюда? Нахуя ты сюда едешь? Так, что я говорил, пока комбайн там будет кататься, заполнять бункер, мы будем возить на маленькие теплицы. Воду, гербициды и так далее. Сейчас все деньги въебем на маленькие теплицы. И посмотрим, что мы с этого поимеем. Я надеюсь, в плюсе мы будем. Так, ну по идее у нас должны были теплицы уже окупиться. Мы... Так, сейчас на обочине здесь встанем, чтобы никого не мешать. Посмотрим, что у нас тут получается. Так, продажа урожая 23 миллиона, 31 миллион. И это у нас все именно с теплиц. Уже 50 миллионов почти. Ну, короче, у нас уже почти окупились теплицы. Да ладно. 20 минут уже прошло, ничего себе. А что мы сделали? А мы толком-то ничего не сделали. Так, да, кстати, зерно мы будем возить на очистку зерна. Не продавать его, не хранить, а на очистку зерна, а потом уже продавать его. Сейчас там, наверное, сначала сам на комбайне проеду пару рядочков. Или эту загонку сделаю, как раз по кругу соберу поле. И посмотрим. Дальше его там пустим, сам он будет. Можно, конечно, всю херню на маленькой теплице за кадром сделать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Середина лета у нас, да? А, поставил я тут сезоны по сколько? По 6 дней, по-моему. Потому что по 9 очень много. А по 6 как там? По 6 самый раз. По 9 очень много, ты не знаешь, чем заняться. Пока время идет, то что тупо сидеть мотать неинтересно. Да и как-то раз мне кто-то написал, что
Знаешь, не очень-то интересно, смотри, как ты там, блядь, настройка копаешься, время перематываешь. Я играю так, как я играю, как я хочу. Бля, быстрей. Как дебильный тут вот этот вот поворот. Чтобы повернуть налево, надо сначала направо, потом налево. Это как у нас дороги-то сделали, чтобы на это. Налево повернуть, надо сначала повернуть направо, сделать там круг. А потом уже ехать прямо. Получается, петлю делаешь. Вот у тебя перекресток, тебе, допустим, вот с вашей, покажу вам с вашей стороны, чтобы вам было понятнее. Вот перекресток, тебе надо вот сюда налево, и тебе надо вот так вот сначала повернуть направо, вот тут развернуться, и потом уже ехать прямо. Такую хуйню понаделали. И все же мне до сих пор непонятно, почему у меня автодрайв снимает деньги, если я и отключил зарплату водителю. Может, у меня он просто залагал этот автодрайв. Так, ну тут сейчас как раз превьюшечку сделаем. Я думаю, никто не против будет, если я вот здесь вот у них на поле. Оно все равно не засеяно. О, как вовремя она упала. Так. Комбайн, пожалуйста, развернись. Куда ты поехал? Ты сейчас укатишься. Так. Опустить. Включить. Солому. Не, солому. Так. Выключить. У нас включено отделение соломы-то, я не могу понять. Так, да, все нормально. Поехали. Посмотрим, сколько у нас будет с одного прохода. Что-то мне кажется, что у нас херня будет. Ну хотя... Хотя... Уже почти полтора куба есть. Ну сколько, мы даже еще полуполя не проехали, уже два куба. Но все равно, по мне кажется, маловато. Бля, наверное, Магирус не подлезет, а у него... Да, Магирус не подлезет. А может и подлезет. Ладно, посмотрим. Можно будет потом купить вот это вот соседнее поле восьмое. Огромное вот это вот. Наверное, в скором времени так и сделаем, когда у нас будет много денег. А за что у меня деньги сейчас снимаются? Кто мне скажет?
Ёпта мать, ты дебил, я про тебя и забыл. Ты чё тут натворил? ДСС вместо ДНС, блядь. А где выгружать-то? Вот там, что ли? А я туда заеду, не? Я туда не смогу, наверное, заехать. Уф. Ну да, сюда выгружать. Так, ладно, это мы пока... Ты зачем заглох? Нам сейчас главное сделать превьюшечку на видео. Как ее назвать-то? Начало сборочной. Сборочная началась. Сбор урожая пошел, блядь. Что у нас по времени? У нас еще 10 минут. У нас еще 10 минут. 10 минут. Интересно, сколько у нас всего с этого поля выйдет. И, кстати, очищенное зерно намного дороже выходит на продажу, чем просто. Плюс еще с них можно продавать эти... ошметки вот эти, которые остаются там. Как они там называются? Зерновые отходы, ошметки, блядь. Так. Магирус, магирус, магирус. Кстати, кто не знает, Бирфарм сейчас КамАЗ делает. Но я не знаю, будет ли он в общем доступе. Но он, скорее всего, опять на донат его, как и Магирус. А чем солому-то потом собирать? Так вот. Такая вот превьюшечка. Так. Зачем ты... жатку-то поднял? Вот так вот будет покруче, да? С опущенной жаткой. А сейчас... по фотку, ну не, с этой стороны не. Так, ну я думаю, что мы с маленькими теплицами уже это все за кадром сделаем. А этого дружка мы сейчас отправим самого убирать, работника. Даже не знаю, как он будет работать. Понятно, он уже пошел косячить. Значит, надо ставить курс плей. А у меня точно не стоит? Не, не стоит. Ты что делаешь? Ладно, понятно, это самому надо будет собирать. Что у нас по времени? 8 минут. Тут у нас запись идет 34 минуты. Можно еще... еще немножко, немножко. Мы сейчас... вот сюда. Мы вот это вот начнем продавать.
Так вот таскать. Что ты, ёбаный свет? Да, приходится вот так вот это делать. Вручную это все дело. Ладно, наверное, тогда маленькие теплицы запустим в следующей серии. Как раз таки сейчас сразу подряд буду записывать серию. И сейчас мы вот это вот все продадим, на этом закончим. Жду комментарий по поводу коров, почему они не дают молоко. Может, это как-то с сезонами связано? Хотя как-то сезонами связано, может быть, я не понимаю. Да что ты, ёбаный нахуй. На всю вот эту затрату очень много уходит денег на теплицы. Навоз, удобрения, гербициды. Ну, вода, ладно, вода бесплатная. Известь. Конечно, есть карьер с известью. Его надо покупать. Сколько он стоит, хер его знает. Но я не знаю, стоит ли она того, выгоднее будет его купить, чем... Рано или поздно там закончится известь. А в мульти-АЗС известь бесконечная. Конечно, это неправдоподобно, но... Мне так нравится. Потому что кататься, это вот это вот все... Это... Извиняюсь, это для... не для записи. Потому что это неинтересно, это вот каждый... Это очень долго получается кататься туда-сюда, загружать, катать. А тут рядом все загрузил, выгрузил. Собрал, отвез, деньги получил, все. Записал, показал, рассказал. Так, что у нас там получается? Время 5 минут. Сейчас я, как, наверное, да, как раз перезапущу игру. Включу курсплей, чтобы у нас комбайн. Еще бы отсюда выехать. Бордюры высокие тут, конечно. Давай, давай. Мур бытовой техники, Мирмак. Морикай. Орифле мимо. Орифле мимо. Здравствуйте, я из компании Орифлейм, да? Да, конечно, очень трал длинный у него. Так, значит, ты у нас едешь обратно на теплицы. Мы тем временем, что мы делаем? Мы тем временем заканчиваем на этом серию. Сразу же я сейчас буду записывать вторую серию подряд. Обязательно комментируйте, пишите попутно, пишите в комментариях, кто знает, почему коровы мне не дают молока. Может, это как-то вот из-за этого мода. Я не знаю, может, из-за него не работает. И на этом мы закончим, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующей серии, друзья. Всем пока.